кешлек әбілерге қадар бейк ұшы. Сақ болығыз, балаларыңызға жырларын тыңлата көрмәңіз. Мені шулай рап болды. Айтек, Фирдус Тямаев, еш құна Мәскәуі әтіледі дейінді. Фирдус, шуан ұрыс жазілі әрі. Айдәлі. Фирдус Тямаев, внимание, за большое количество преступлений разыскивается Фирдус Нурлацкий Тямаев. Особые приметы: на вид от 20 до 60 лет. Странного телосложения. Бегает, присев в коленках. Одежда. Новые костюмы начал покупать совсем недавно. До этого выступал в пиджаке своего дяди. Особые отметки. Мишеце цули, если мужика слишком громкое начинает прыгать и дергаться. Вот по этим характеристикам точно можно было бы найти и Фирдуса Тимаева. У каждого артиста есть свои отличительные черты, особенности, как внешне, так и в манере исполнения, в тембре, в голосе. И даже не нужно их искать. Они, наши и ваши любимые артисты, уже готовы выйти на эту сцену. Эльмир Бленер Амильны из Лисы Юг. Они олар гузгары сахнабы стурина чыгып киле. Абыз башта сахнага Рамиль Халимжановны шақырабыз. Yeah.
Израиль. Шинада Брашой, Жардагаша, Харикин Нинтенен, Даниал Немен, Онлап Нагурагар Яшар Визди, Мадурит Тере, Яшар Гастан, Барра Базгада. Аминеме, Индаллаган Саздар, Изенни Янама, Изенни Ижатташ Достанна, Халка Визни Ярат Генджаршаса, Коршал Еле, Ильмира Сулейманова. Әлесің, әлемің.
Социальные сети сейчас, сторис, прямые эфиры позволяют нам знать все о человеке. Я думаю, что сейчас он снимает прямые эфиры за сценой, и многие уже смогли увидеть его у себя на телефонах. Так вот, прямо сейчас он появится на этой сцене. Заслуженный артист Республики Башкортостан Анвар Yeah.
Ганды.